Октябрьский райсуд города Владимира признал экс-заместителя губернатора региона Рената Чигаева виновным в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2018 году он способствовал принятию решений и подписанию акта выполненных работ по реконструкции незавершенного строительства корпуса медучреждения. За содействие Чигаева через посредников отблагодарили 1 000 000 рублей. Кроме того, в период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года обвиняемый за общее покровительство и попустительство по службе, потом за наличных переводов, получил от директора одного из подконтрольных государственных учреждений взятку размера 16 000 рублей. Вину совершенных преступлений поставленное должностное лицо не признало. Общая сумма взятки в размере более 1,6 миллиона рублей была конфискована. Сам Ренат Чигаев пояснял, что полученные им деньги являлись возвратом долга. Ранее мы сообщали, что для экс-заместителя Светланы Орловой прокурор запрашивал 13 лет колонии и штраф в 50 миллионов рублей. Однако суд приговорил Чигаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 30 миллионов рублей и запретил занимать административные должности в госорганах в течение 7 лет. Приговор в законную силу не вступил.